В Японии сегодня день памяти жертв атомной бомбардировки города Нагасаки. Мемориальная церемония по многолетней традиции прошла в Парке мира. Она началась в 11:02 по местному времени. Именно в этот момент, 9 августа 45-го, произошел взрыв американской бомбы «Толстяк». Минута молчания была объявлена по всей Японии. За 3 дня до этого атомная бомба была сброшена и на Хиросиму.